на остановке в ожидании колесницы, в предвкушении кружки пива, в понедельник утром жизнь тяжела. То толпясь заходит в транспорт, топчут ноги в ногу, наступают ему прямо на крыло. И ему не слиться с ними, с согражданами своими. У него в кармане Сартер, у сограждан в лучшем случае беда. Читает книгу, и приходят контролеры, и штрафуют Иванова. В понедельник утром все всегда не так. Он живет на Петроградской, в коммунальном коридоре, между кухней и уборной, и уборная всегда полным-полна. Подтверждая старый тезис, что сегодня тот же день, что был вчера.